Приподнятая версия хэтчбека Kia Ceed оказалась самостоятельной моделью – X-Ceed. Дизайном занималось подразделение Kia во Франкфурте. На сей раз корейская компания не стала идти протаренной дорогой других кросс-моделей и навешивать пластиковый декор на готовую легковушку. Конечно, дорожный просвет по законам жанра увеличен на целых 42 мм по сравнению с Сидом. Но главное тут – перекроенный кузов. Неизменной осталась только величина колесной базы, передние двери и, вероятно, силовой каркас кузова. Все остальное – новое. Заметно увеличены свесы кузова, выросла ширина и высота. Оригинальные и колесные диски диаметром 16 или 18 дюймов. Оживлен контрастными вставками интерьер в духе других моделей семейства Ceed. При этом багажник у X-Ceed на 31 литр вместительнее, чем у исходной пятидверки. Виртуальная приборная панель на экране диагональю 12 дюймов впервые предложена в качестве опции. Основной экран медиасистемы может быть 7, 8 или 10-дюймовым. На выбор предложены 5 двигателей, 3 бензиновых и 2 дизеля. Каждый с турбонаддувом. Младший однолитровый трехцилиндровый мотор сочетается только с шестиступенчатой механикой, а для других версий можно заказать семиступенчатый робот. Платформа K2 предусматривает только передний привод. Передняя подвеска со стойками Макферсона и задней многорычажкой повторяет схему Сида. Но в амортизаторы добавлены гидравлические буферы, а пружины стали длиннее и мягче. Для Европы X-Ceed будет выпускать завод в словацкой Жилине. Продажи начнутся в третьем квартале. Появится ли модель в России, пока неизвестно.